Большой украинский хоккей снова в Харькове. Ледовая арена Ice Hall представляет февральскую серию игр регулярного чемпионата Украины по хоккею сезона 2014-2015 годов. Хоккейный клуб «Витязь», город Харьков, принимает ледовую дружину хоккейный клуб «АТЭК», город Киев. 21 февраля – начало игры в 15:00. 22 февраля – начало игры в 13:00. Билеты в кассе ледовой арены Ice Hall. Поддержи своих! Болей за наших!